Ой, девочки, я в шоке. Сделала тест Сереже. Что делать теперь, я не понимаю. Просто жесть. Буду себе делать. У него на работе один через один все больные. Буду себе теперь делать. Девочка, у меня у себя сделала, у меня нету. У Сережи сразу показала. Поэтому поедет сейчас ПЦР-тест сделать. Блин. Девочка, короче, прибежала с работы. Сейчас посуду уберу. Короче, у Сережи показала положительно. Поехал, он сдал ПЦР-тест. В течение 24 часов должен прийти результат. У меня-то показало, что ничего нет. В принципе, я себя чувствую нормально. У Сережи температура 37,6. Я ему наделала, короче, питья всякого разного. Морсиков. Морсиков наделала, чтобы пил. Но опять же, знаете, когда... Мужики болеют. Все. Все. Он увидел этот тест. Все. Он теперь лежит лёжкой. Понимаете? Все. Настроения нет. Ничего нет. Короче, я ему подниму боевой дух сейчас. Это что такое говорю? Это же ненормально себя так вести. Поэтому сейчас начну. Мои гости поехали по делам. Я быстренько на работу съездила. Сейчас займусь им. Сейчас уберу от кухни. И займусь им. Буду поднимать боевое настроение. То все, заквасился сразу. Все. Сам с обеды какие-то кому-то что-то давал. А теперь увидел. И главное, что... До теста все нормально было. Только увидел тест, все. Сейчас займусь его лечением. Непонятно, там какой результат пойдет. Но, скорее всего, позитивный, потому что у них на работе. Один за другим сидят в карантине там. Хотя особо я говорила, не контактирую ни с кем, ничего. Вы же знаете, это такая зараза. Летает в воздухе, поэтому ты даже не знаешь, где ты ее можешь подцепить. Кошмар. Еще этого мне не хватало. И понимаете, который раз убеждаешь, что не только язык, стоит только о чем-то подумать. Что за язык у меня такой? Уже вслух не произношу, только подумаю, все. Еще сама себе думаю, так, сейчас ехать. Все болеют, переболеть обязательно всем придется. И сама себе думаю, ну тогда лучше сейчас. Сама себе накаркиваешь, бесит уже это. Че бы ни сказала, вот че бы кому ни скажу. Все. Ведьма. Зла не хватает. Тут стоит только подумать. Еще главное, вслух ничего не произносила. От себя отгоняются эти мысли. Все. Нет. Еще сама себе, ну тогда думаю, лучше сейчас, чем перед поездкой. Каркуша хренова. Как раздражает вот это. Ну вот стоит только что-то. Я уже с людьми осторожничаю. Думаю, только что-то не ляпнуть. Девочки опять на кухне, но нету просто времени больше, когда выходить, разговаривать. Только вот на кухне. Так, сейчас вроде накормила всех.
Сейчас приберу. Ой, ой, телефон. Ой, девочки, вид такой у меня. Короче, не обращайте внимания. Сейчас это в душ пойду. Я еще в душе не была. Что-то вот с утра как увидела нафиг вот это вот все. Быстренько поехала. На работу сделала. Сейчас в душ схожу. Пропылесосила. Еще в пылесосе, блин, шланг оторвался. Клеила его там, что-то клеила. Не знаю. Кое-как пропылесосила. Так, мне главное кожу сейчас на ноги поднять. Потому что уныние я увидела его в его глазах. Уныние. А мне это не надо. Так что сейчас будем лечить всеми способами. Народными и ненародными. И говорят же, экне срачка, то болячка у нас. Вот так оно и есть. Так оно и есть. Гости тоже наготовила. Ничего не съели. Это гости такие. Ничего не едят. Так. Так, лимоны у меня есть. Клюква, облепиха есть. Я уже сделала. Сейчас еще в термос заварю. Заварю. И пускай пьет. Навезла целый кулек сладости. Кто это будет кушать, девочки? Колбасы пол холодильника навезла. Кто это будет кушать? И просишь. И говоришь, не надо, ничего не вези. Нет, приперла, пол Польши приперла. Такие дела. Так. Сейчас буду поднимать, потому что лежать целыми днями тоже не это самое, не пойдет. А то я смотрю, он собрался реально болеть. Мне это не надо. Николь сделала, у нее тоже ничего нету. У меня тоже чисто ничего нету. Я ничего не чувствую. Он вчера говорил, что-то я простыл как будто бы. Я говорю, не ходи раздетый. На работе не контактирую ни с кем, потому что там они все по очереди друг друга заменяют в карантинах сидеть. Вот, девочки, вот где не будет голова болеть? Ну вот как? Если то одно, то другое, какие-то проблемы. Сейчас вон там письма какие-то опять пришли, надо посмотреть. Чего за письма, откуда? Тоже этот написала там на работу ему Шафине. Он тоже позвонил. Еще же выходные. А никто же не работает. Никуда же не дозвонишься. А ему сегодня на работу, по идее. Ой, батюшки. Нихера в рабу не сдается наш гордый варяг. Так что... Якость до бода. Сладости тоже, булочков, мюлочков навезла. Кто вот это? Алена все поедает. Так, все, девочки, пойду в душ. Дом привела в порядок. Теперь надо себя в порядок привести. Вот с утра заполошенная, как это, антилопа гну.
Так, 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 так. Термосочек достать ему. Где он у меня? Термосочек. Наделать ему питья всякого, пускай больше пьет. А я еще вчера нацеловывала его везде. Ну я противная, может, ко мне же не прицепится. Девочки, может, не прицепится. Будем надеяться. Марины пацан встал утром, я говорю, что будешь кушать? Да, будешь. Я ему то все, что будешь? Он борщик, понимаете, борщик, чтобы моим сказать, давай борщ поешь. Ага, поедят они, короче, все. Так, это приготовила, лимон есть, сейчас буду делать. Фу, девочки, зачуханка. Ладно, пойду я в душ.